Привет, товарищи шершни, с вами, блядь, Эксоген. Вот этот, блядь, приват-банковская хрень. Фу, блядь, снежок на улице, холодно, ебать, а я на улице, кочую. В общем, удалось мне чуть-чуть снять. Вот карточка, блядь, да. Так, как ее, блядь, вставить, нахуй. Ёпамать, ща. Так, вставляем карточку. Сейчас я введу парольчики, всякую хуету. Чикс, чикс. А, блядь, холодно. Так, переглянутый баланс на карте, да? Переглянутый баланс на карте. Вот мой баланс. Я снял деньги с Твича, да? Ой, блядь, с Твича говорю, господи. Заработанные деньги снял. С этой хуйни, как она называется, вот за тот стрим со взрывом пылесоса. Вот, выдача готивки. Так, сейчас, чикс. Опа, бля, холодно. Так, снимем меньшую сумму, выбираем, блядь. Ой, бля, я забыл, сколько у меня там на карте. Назад. Что-то я завтыкал, посмотрели. Баланс картки. Баланс на экран. Чикс, еще раз. Так, 8598. Снимем 8500, потому что 98 хуй снимешь, да? Фу. Так, сейчас код введу. Холодно, сука, руки замерзли. Так, 8500 кратную 200, блять, кратную 200 это 8400, да, получается. Ёпамать. А не, нормально. Так, о, заебись. Считает. Чикс. О. Грошки есть, нормально. Вот. Все. Все, операция успешно. Завершите операцию. То есть завершите. Оп, чикс. Все, получила деньги. Вот они. Карточка вся хуйня. Оп. Итого. 8000 долг отцу. Отдам сейчас. И 500 гривен, чтобы жить. 500 гривен, чтобы жить. До 15 числа нельзя будет снять то, что там осталось. А осталось 14 тысяч рублей. Ну, плюс комиссия. Фу, это сколько? 5 тысяч гривен. Ну, как раз 5 тысяч гривен на пылесос. И где-то из них 700 гривен на жилье. Пошли искать жилье, ребят. Вот, идем искать жилье, блядь. Снежок, блядь, минус хуй знает сколько. Так. О, вот есть лавочка. Опа. Бля, ну тут холодно будет жить. Идемте поищем дальше. Блядь, ну на лавочке жить как-то, блядь, будет прохладненько. Фу. Бля, я не знаю, что делать, нахуй. Холодно на улице, блядь. Церковь. Может, в церковь пойти, блядь. Попроситься в церковь пожить. Ладно, ребят, потом еще сделаю какой-то видосик. Сейчас вернусь домой, оставлю там горошики отцу за долг. Вот. Бля, на пылесос еще надо будет отдать. Короче, спасибо большое Сергею за его донат. Фу, он поддержал меня. И в итоге за комп отцу я уже ничего не должен. Осталось купить новый пылесос, блядь. Но деньги за новый пылесос я смогу снять только 15 числа. Блядь, что ты пиликаешь, ёпамать. Фу. Так. В общем, видос закончу. Пока что буду жить сейчас...
вернусь домой, отца все равно дома нет. Вернусь домой, блядь. На улице пиздец холодно. Буду что-то думать, блядь, что делать. Просить его оставить меня, блядь. Или искать квартиру, блядь, или хуй знает. Блядь, но долг надо вернуть. Все, ребят, до новых встреч. Скоро сделаю следующий видос.